Ребята, привет! Привет, это крокодил. Ну там... Крокодил, которого ты купил в магазине. Это коллекция рептилий. Тут еще есть камелеон, игуана, дракон комодо и сам крокодил. Покажи, покажи вначале. Давай покажем, что входит в эту коллекцию. Открывает эту коллекцию крокодил. Потом комодо входит. Дальше кто? Игуана и хамелеон. И хамелеон. Это ты еще будешь приобретать. А сейчас, ребята, распаковочка. Тимофей покажет, какой крокодил в этой коллекции. Вот инструкция. Вкладыш, покажи. Это какая-то карточка, я думаю. Карточка, да. Мега Стрэндж, или как называется? Ну, Мега Стрэндж. И сам крокодил. Крокодил. А ну, показывай. Ой, ребята, гляньте, какой классный. А тут песок его внутри. Песок, точно. Как и в коллекции хищники. Смотри, я давлю. Ребята, смотрите, я давлю. И следы остаются. Какая пасть. Подожди, давай мы его рассмотрим. Какая у него пасть. Зубы у него такие острые. Пасть закрывается и открывается. Глазки, давай посмотрим. Спинка прям как настоящий. Хвост. Ой, какой классный крокодил. А ну как он будет лежать? Ой, какой красивый зеленый крокодил. Тимка, тебе он понравился, да? Да. Но ты будешь собирать всю коллекцию? Растягивается еще. Ой, растягивается еще. Ой, смотри, какой, да. А он на место становится? Или ты его можешь вытянуть? А ну, показывай. Он опять на место становится, да? Ты его растянешь, и он опять... Ой, смотрите, его можно толстым сделать, крокодил. Крокодил толстый может стать. Тима его просто таким плоским сделал. Ой, смотрите, какой он классный. Он, смотрите, видите? То есть он просто как пластилин. Вот бабушка его чуть-чуть, видишь, а так приподняла. Классный крокодил. Очень интересная коллекция. Ты доволен? Да. Ребята, рекомендуем вам такую коллекцию. Очень интересная игрушка. Тимка очень рад. Давай еще покажем хорошо. Смотрите, пасть какая у него. Глаза, лапы. Угрожающая такая пасть. Говорит, а ну, а то я вас сейчас всех съем. А мы ему говорим, а мы тебя не боимся. И вот смотрите, как он выглядит. Шикарный. Тимке нравится. Он доволен. Да, Тим? Ну да. Но он какой-то страшный фильм и крокодил 2007 год. Есть такой фильм? Ну да. Где там в Австралии брюшко спаслись покажем. От голодного крокодила. Вот, видите, Тимка его намял. То есть он его можно, смотрите, мять. Такой приятный очень в руках. Хорошая игрушка. Супер. Вот такой крокодил шикарный. Тимка, будешь еще дальше собирать эту коллекцию? Ну да. Понравилось тебе? Ну да. Ну вот, ребята, мы вам показали, познакомили вас с этой замечательной новой коллекцией. Как она называется, скажи еще раз. Рептилии. Рептилии. Вот крокодила мы уже купили. Дракона комодо и игуана и хамелеон. Вот, еще нам осталось купить... трех представителей этой замечательной коллекции. Ну что ж, ребята, на этом все. Подписывайтесь на канал Тимофея, ставьте лайки под этим видео. Пока-пока. Пока-пока.